У меня такое взволнованное лирическое состояние. Во-первых, потому что когда я, собственно, увидел состав экспертного совета, как-то я на несколько секунд разучился говорить, потому что, конечно же, люди мной глубоко уважаемые, известные мне, что и говорить, с детства. И потом я самый молодой, собственно, был человек за этим столом. Но, собственно, на этом лирика закончилась, потому что предложены были мной, естественно, на первом заседании экспертного совета вещи для обсуждения простейшие. Дело в том, что есть достаточно разнородные, как казалось бы, на первый взгляд, вещи, которые нам необходимо объединить в составе партии, в партийной системе, в партийной программе и в партийных планах. То есть это партия с правым и левым компонентом, партия достаточно сложно выстроенная, в том числе и по составу экспертного совета, и было некоторое минимальное опасение, что может создаться, если не конфликт, то легкое искрение во время высказывания всех экспертов по всем вопросам. Там присутствовали, помимо находящихся здесь, и Меньшов Владимир Владимирович, и, собственно, Стивен Сигал, и Наталья Александровна Рачницкая, и прочие замечательные люди. Вот. И, к моему удивлению, эти первые три часа нашего уже серьезного подетального разговора, они ближе к финалу, ну не скажу, что слились в какую-то симфонию, но тем не менее понимание по всем ключевым точкам было обнаружено, достигнуто. И я надеюсь, что эта работа, я даже уверен, что эта работа, она достаточно быстро приведет к созданию продуманной экспертной программы по экономическим, культурным, социальным и всем прочим вопросам. Вот такая прямая.